Традицией в 17-й средней школе стало проведение акции «Защити себя и своих друзей». Дважды в год, осенью и весной, ребята, отвергая вредные привычки, пропагандируют занятия физкультурой и спортом, изобразительным искусством и музыкой. Словом, они показывают все преимущества здоровой, интересной и насыщенной жизни. Школьную профилактику вредных привычек лучше всего начинать с первого класса. В этом уверены в Славянской 17-й средней школе. Увлекательные и веселые соревнования для первоклассников вызвали у них только положительные эмоции. Надо было видеть, с каким энтузиазмом дети преодолевали препятствия и добивались успеха, личного и командного. Большой интерес у школьников вызвала сказка «Колобуша на новый лад», в которой в яркой, непринужденной форме рассказывалось о том, как не стать жертвой плохой компании, избегая случайных нехороших знакомств. Сомнительное времяпровождение, как правило, идет от ничего не делания. Всего этого негатива следует всячески избегать. В этом убеждали младших школьников участники агитбригады «Позитив», которые представили ребятам убедительный пример для подражания. Мы выбираем жизнь, и это всего главнее. Здорового образа жизни! Привет! Курить? Никогда! Поверь, все сможет человек, тем сильнее сигаретки. Друзья, надеемся, что вы на своем жизненном пути будете выбирать только здоровый образ жизни, без глупого риска, без алкоголя и наркотиков. Горячими аплодисментами зрители благодарили старшеклассников за выступление. Жизнь просто прекрасна, и она особенно хороша без всяких вредных привычек. В этом убеждены учащиеся. Для процветания нашей страны нужна здоровая молодежь, чтобы двигать свою страну для больших высот. В нашем городе есть много площадок для уличного спорта, такие как воркаунт. У нас очень много парков, в которых можно заниматься спортом. Лично я и мои друзья занимаемся танцами, гимнастикой, акробатикой. Удивительное дерево жизни расцвело на стене в школьном фойе. Именно ему школьники доверили свои мечты и добрые пожелания. Мы детям прививаем жизнестойкость. Мы им говорим, что жизнь прекрасна во всех ее проявлениях. И вот это дерево жизни – это и есть итог нашей акции. Вот дети пишут, быть счастливыми они желают. Уже хорошо. Юности, верности, здоровья, счастья они желают себе и всем тем, кто приходит в нашу школу. Акция здесь проходит не первый год, и каждый раз в школе стараются найти какие-то новые краски, новые повороты этой нужной темы, чтобы донести до учащихся, как это важно. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».